Привет, дорогие друзья. 1 августа, Подмосковье. Черная смородина, на которой я испробовал папоротник по листу. Испробовал, как всегда, на чем не жалко. Ну, в общем, увиденным я доволен. Под корень тоже немного поливал папоротником. И подобный эксперимент я еще проводил на красной смородине, которая рядом. Меня не было 4 недели, и за это время дрозды все съели, ну практически все. Какую-то мелочь мне оставили. Наверное, не более 5 ягодок, а то, может, и 4 ягодок.